Мы знали, что они начнут играть больше в давление в первые 10 минут. И то, что они забили первый гол, нас это чуть-чуть встряхнуло. И, в принципе, мы сделали хороший камбэк. Забили в большинстве, первое большинство мы забили сразу гол. Чуть-чуть успокоили их и успокоили команду, потому что мы, в принципе, здесь очень тяжело играть, потому что если они поймали кураж, то надо их начинают давить, а они играют лучше, чем если команда молчат. Знаем, что Flyers такая команда колючая, постоянно пытается зацепить, играет на грани фола. Знали об этом? Нет? Может, была установка какая-то играть довольно-таки аккуратно, осторожно? Конечно, мы старались не получать удаление, которое мы получали, когда мы играли дома. И, опять же, для нас это все закончилось, да, третья игра закончена, у нас впереди четвертая, очень важная игра, нужно побеждать и идти дальше. Thank you.